В 1880-х, 1890-х годах Гэ пережил необычайный подъем духовных и творческих сил и создал произведения, ставшие вершиной не только его творчества, но всего русского искусства этого времени. После продолжительного молчания Гэ возродился как художник в то время, когда передвижничество переживало глубокий кризис, постепенно теряя авторитет у молодого поколения художников и интерес у публики. Темой Гэ стали последние трагические дни земной жизни Христа. Он переписал свою картину 1860-х годов «Христос в Гефсиманском саду», написал «Выход Христа с учениками в Гефсиманский сад». Эта работа получила одобрение Толстого. Картина делает то, что нужно, раскрывает целый мир той жизни Христа в незнакомых моментах и показывает его таким, каким каждый может себе его представить по своей духовной силе. Христос в своей человеческой ипостаси, проживающий свою земную жизнь среди людей, чувствующий и страдающий. Этой теме Гэ оставался верен до самого конца. Следующей картиной цикла стала «Что есть истина?». Впервые в русском искусстве Гэ столь явно порвал с многовековой традицией изображений Христа как человека красивого духом и телом. Гэ считал своей заслугой, что он сломал Тициановского и Леонардовского Христа. Христос Гэ лишен всяких внешних указаний на избранничество. Он мал ростом, тщедушен, худ и измучен. Но тем не менее, напор грубой силы, жестокой воли и самоуверенности власти Пилата разбиваются о его чувство внутреннего достоинства. Сознанием своей правоты и естественное чувство нравственного и духовного превосходства, которое органично присуще ему и недоступно пониманию Пилата. В 1890-е годы нашла продолжение и развитие тема Иуды, поднятая в «Тайной вечере». Но если там Иуда – титаническая личность, то в картине «Совесть Иуда» он человек, сломленный собственным поступком, муками совести. В нем уже нет ощущения собственной правоты. Иуда застыл, прикованный взглядом к Христу, ведомому стражниками на муке. Иуда, в коконе плаща, облитый холодным лунным светом, словно превратившийся в стальной столб, метафора мук совести. Гэ начал работать над картиной с поисков лица Иуды, но потом пришел к совершенно иному решению, представив фигуру Иуды со спины в коконе плаща. Дороги формы, как смысл духа. Лицо Иуды неважно, и все попытки его выразить бесцельны и ни к чему не привели.
не в выражении лица Иуды, а в том положении, которое неизбежно вытекает из его духовной деятельности. Нельзя Иуду понять, ежели не будет перед ним его преступления, смысл которого для него – удаление от идеала. Одна из самых оригинальных и наименее понятных картин страстного цикла «Суд Синедриона. Повинен смерти». Словно пришедший из каких-то снов, словно видение, на зрителя движется процессия, состоящая из священников и музыкантов. Увлеченные этим слаженным праздничным шествием, мы не сразу замечаем истерзанную и жалкую фигуру Христа, зажатую глумящейся толпой. Истерзанный плоть и дух Христа, истерзанное его сердце. Переворачивающее душу страшное одиночество Христа в последние дни его жизни явлено Г. в картине. Молодость глуха к страданиям Христа и к словам его учения. Перед зрителем проходит убаюкивающий себя красивыми звуками мир, не желающий видеть раздражительную и непривлекательную правду. У этого мира, который отрицал Христос, которому он пророчил гибель, была своя красота и своя правда. И Г. позволил ей в этой картине развернуться. Суд Синедриона, появившийся на передвижной выставке, разделил участь полотна, что есть истина, и был немедленно снят. Чем ближе к финалу евангельской драмы и к финалу отпущенных художнику лет жизни, тем экспрессивнее становился его язык, тем свободнее форма, забывшая обо всех правилах и канонах академической выучки, тем накаленнее боль отчаяния перед неотвратимостью казни. По недоразумению его Голгофу продолжают считать незаконченной картиной. Для самого художника эта работа была вполне законченной, состоявшейся. Он выразил в ней, что хотел. Страдание Иисуса нашло выражение не только в мимике и пластике лиц, фигур, но и в страдании самой художественной формы, в почти болезненном напряжении всех живописных средств, от резко фрагментарной композиции кадра до возмущенной фактуры. Г. осуществляет прорыв в область еще невиданной выразительности, которую предстоит открыть 20 веку.
И, наконец, финал – распятие. Вещь потрясающей силы, потрясающей экспрессии пластики и цвета, написанная очень смело, вдохновенно, широкой кистью. На картину больно смотреть. Она вызывает почти физическое ощущение пронзительной боли. Здесь цвет как крик, лимонно-желтый и белый в сочетании с синим и черным. Живописная фактура как раскаленная лава. Свет становится ослепительным, нестерпимым. Гэ творчески использовал открытие Куинджи, усиливавшего светотеневые контрасты в своих пейзажах. За спиной распятого Христа встает мрак, чернота, мир обречен на умирание, если в нем возможна казнь невинного учителя добра. Свет и цвет символичны и не связаны с реальностью. Пейзаж безжизненный, космический. Реальные детали на глазах превращаются в образы-символы. Так запутавшиеся в гвоздях волосы Христа становятся терновым венцом. Распятие – это рвущийся вопрос, поток вопросов. Почему пострадал невинный? Почему Бог не спас своего сына? Почему люди равнодушны к страданиям ближнего? Как человеку примириться с фактом смерти? Это полотно воззвания, картина предупреждения. В этой работе Гэ выложился полностью, отдал ей все свои чувства и мысли. И эта яростная творческая самоотдача так зарядила холст энергией, что теперь он излучает ее. Властно притягивает каждого, кто попадает в его поле. Написав финальную картину цикла «Распятие», художник ушел из жизни. В 1894 году Гэ привез картину в Петербург. Ее видел Третьяков. Павел Михайлович картину не купил. В разговоре с художником он назвал ее нехудожественной. Гэ почувствовал необходимость объясниться. «Хотел я еще вас видеть, чтобы разъяснить отдельное слово, которое вы мне вскользь сказали по поводу моей последней картины «Распятие». Вы ее оценили, и вместе с тем я этого не понял. Вы сказали, что она антихудожественная, и это как бы уничтожает ее достоинство. Это слово старое, но его не было среди нас все время широкого, могучего русского искусства. Оно не могло и быть, так как его нельзя сказать о художестве живом. Оно является как протест против живого движения искусства. Если бы идеал искусства был постоянен, неизменяемый, тогда, по сравнению с ним, можно было бы сказать, что такое-то произведение не художественное. А так, как идеал движется, открывается и все становится новыми усилиями и открытиями художников, то такое слово является протестом относительно отброшенного, устаревшего идеала. Что это так, стоит вспомнить, что такое понятие нехудожественного было приложено к Иванову, Федотову, Прянишникову, Флавицкому, ко мне, к Рамскому, Христос, Шварцу, Репину, Иван Грозный, и почти ко всем тем, которые делали что-нибудь новое, живое. Если бы это сказал другой, я пропустил бы, но от вас, которого люблю, мне было больно услыхать это слово. От вас, делавшего так много для живого искусства. Это слово не наше, а наших врагов. Оно противоречит всей и вашей, и нашей деятельности. В этих словах гордая уверенность Г. правильности избранного пути, осознание эстетического прорыва им совершенного.
Один из мифов, идущих из XIX века, это миф о неумелости Г. Неумелым мастером назвал его критик Сергей Маковский за невнимание к ремеслу художника. К технической стороне дела упрекали Г. Репин и Третьяков. Но импульсивная, экспрессивная живопись позднего Г., найденный им язык для выражения боли и страданий Христа, это найденная им живая форма для живого содержания. Картины страстного цикла запрещали, снимали с выставок. Возможно, Г. и не рассчитывал на то, что они окажутся в музеях и будут сохранены. Третьяков держал поздние вещи Г., принесенные в дар галереи сыновьями художника в 1897 году в закрытом помещении и практически никому не показывал. Рядом с еретическими для своего времени картинами «Что есть истина», «Суд Синедриона», «Совесть Иуда», «Распятие» параллельно существует более традиционное по форме, исполненное светлой верой в человека портретное творчество Г. Поэтому неправомерно полагать позднее творчество Г. пессимистичным и мрачным, страданием без надежды. Последние годы жизни Г. часто выступал с лекциями по вопросам искусства перед учениками Киевской рисовальной школы, перед молодыми художниками Петербурга и Москвы. В этих беседах взгляды Г. приобрели отточенность формы. Главный его завет, эпиграф к его творчеству – нужно брать высокие ноты. По мнению художника, искусство должно быть, как и все в человеческом стремлении, осмысленно и содержательно. Через всю жизнь Г. пронес сознание высокой миссии художника, чувство ответственности перед своим даром. Я художник, этот дар дан не для пустяков, для удовольствия, для потехи. Он никогда не превозносил себя как творца, никогда не бравировал мастерством, для него искусство никогда не было игрой. Что такое творчество? Дар, дающий превосходство над людьми, или это дар любви, света, добра? Творчество – путь гордыни или гуманизму? Г. считал, что человек выше картины, выше культуры он ставил культуру человеческих отношений. Самая великая культура на Земле – это отношение к человеку. Творчество Г. переполнено нежностью к человеку, столь беззащитному перед лицом смерти. В XIX веке Г. один из самых глубоких критиков салонной живописи, рыночных отношений в сфере искусства. Эта критика, естественно, вытекает из его концепции живой формы. Г. считал, что к мертвой форме в искусстве приводит неверная установка при обучении художеству, когда будущих художников учат передавать иллюзии мертвой натуры до обмана вещественности. Искусство мертвой формы имеет своих почитателей и потребителей. Это люди, обделенные способностью чувствовать и видеть красоту живой природы. Мертвый способ устроен для бездарных, слепых, холодных, невидящих, неслышащих. Оттого им и нужна, и только возможна буквальная передача. До сих пор современно звучат слова Г. о процессе коммерциализации искусства. Искусство не может служить лицу или нескольким лицам. Искусство не роскошь, а потребность народа, не уставал повторять Г. Искусство поднимает душу от земли к небу, остальное – труп вещи. Г. имел право так говорить, он сделал все, чтобы его искусство было свободным.
Г. по возрасту самый старший из передвижников был творчески близок к молодому поколению. Не случайно творчество его не столько заканчивает 19 век, сколько открывает новую страницу 20 века. Импульс творчества Г. был воспринят Врубелем, Чикрыгиным, Романовичем, что нашло выражение не только в экспрессии формы, но и в жажде нравственного обновления, желание брать высокие ноты.